для Роги. Вместо меня можно. Я просто, блядь, убегаю на край платформы. Ребят, но вокруг меня 4 человека. Никуда еще отбежать-то. Открывай стрим. Прямо сейчас, пока там люди резаются, открывай стрим, запустил видео. Сейчас замедленную съемку сделаю этого момента. Смотрю. Если Вагабонд разрешит, я могу уступить. Да, вот просто интернет вылетел, я не мог зайти почему-то на сервер. Так, сейчас замедлю. Смотришь, не... Вага? Да, смотрю. Смотри на плашке ХП. Так, вон лужа. Остановил. Первый тик. Видишь? Кто получил дамаг? Троня, Фарады, Чехов, просто отец. Я следующий, был уже. Следующий тик. Там не видно по картинке, что ли, что по фреймам. Дальше там уже ничего не сделать, они в луже. Так, ну ключевые фигуры у нас. Проня, Чехов, просто отец и смерть. Вага, мне, наверное, понадобится замена. Меня духом... Меня выкинуло, короче, с Вова духом в Долоране еще. А дальше уж смотреть нет, там разрастается. Придется резаться у Алмина. Вончик, начисляй по сотке. Проня, здесь... просто отец. Чехов, смерть. А где тело твое? Тут осталось, ты не вставай, сейчас можешь тебя резать. Где труп, то... Да, понимаешь? Подожди, может по телу резнут. Да, да. Типа... Короче, все уже. О замене класс. Решайте, я сейчас приду, полторы минуты буквально. Вот труп я твой вижу. Ты с маской резнулся, да? Да. Проня, просто отец, еще кто? Чехов. После Чехова смерть. Кровавый взор заходит вместо ЛРЭ. У меня над головой даже появляется, что на мне лужа, я в чат, грубо говоря, пишу, сразу же от меня съебываетесь, ребят, ну чё за хуйня? А то я бегу в одну сторону, вы бежите вместе со мной, я уже меняю ракурс, начинаю бежать в другую сторону, но с меня лужа уже спадает. А если стоять на месте, тебя отбегут. Там самый оптимальный вариант был в пропасть прыгать. А я не добежал бы до края просто. А, я бежал там же, но я на тапках выбежал. Бафы обновляем. Пончик, тыкни рыбу. Сейчас. По инженерку делай. Поставил рыбу. У кого сопрот меньше 17 минут, лучше перепить. Короче, на бафы и пул. Кровавый взор. Ждем Полину и пулим. Резкие хэмки уже сегодня точно походные. На все Джайна есть, я то тут. Вообще нет. Меня не убрали? На Лича и Джайну время еще есть. Говорю, на РСХМ-то нет. Блин, рыба стоит, куда-то убежала. Если Джайна будет, то РСХМ не будет. Пустил босса. В ваших же интересах сегодня убить Джайну. Можно хотя бы трэш почистить, если Джайна нет. Джайна уже работает. Шмучить меня, трэш. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Завтра паладина быстрее добрать какого-нибудь ретрика нормально.
пройдешь через эти... Зачем? Ты потанчить хочешь? Хочу посидеть на замене. У вас в рейде так не получится. Твои отчаянные крики. Не знаю, мне вообще никто не напишет. Считаю смерть. Больше щитов, весь рейдж. РДД перебежали. РПД перебежали, фронт-гором вышел. Ну, танк. РДД. Тынчик вышел. Сам себя. Милики. Танки. РДД правее чуть-чуть перебежали, черный ночь вышел. Не ставьте, не добегу. Далеко, Шаркари. Ну из-за ловушки. Так да, что да, РДД. Веди. Я сказал РДД, что ты поближе. Просите, РДД перебежали. Искандер, вынеси чуму. Все ушли на префазу. Быстрее. Смерть диспелишь с танков. Сайленс. Луциня. По сферам мало. Сферы разбивайте, РДД сейчас переход кому-то. Передо мной же не бегите. Всех диспел. Все под босса. Вы гнев небес даете по валькам? Да, можешь сдать, когда они под боссом. Разбежались осквернения. Перед валями не налить. Ромбик добейте. Энджи, поднимай Йотуна. Ждем валик. Бафы обновите. Держались со сквернением. Ой,
и на йод. Бладласт. Следующая смежная. Смежная будет. Или лужа сначала, а потом вальки. А, лужа. В центр уйди, сова. Уйди. Пока тут поднимешь бронь. Все под босса быстро, сейчас вали будут. Кто опять по другую сторону от меча встает? Почему она в другую сторону видит? Сквернение. Сейчас вали. Осквернение 5 секунд. Больше по ромбику. Дайте сейф, быстрее. Демон. Быстрее сейф. Именно хп отдал. Уже полностью сыграл, не спасли. Ну да. Чё за хуйня-то? Так, чёрная ночь поднимает пока. Нежная. Я не слышала. Чёрная ночь пока тут мгновенная дарки. Моденчик, бежали от него. Свободный танк поднимает меня. Я вальки. Он встал под заражение пока тут. Хил в трусах, стан. Дэнчика поднимите. Ясно. Свободный танк поднимает Дэнчика. Свободный танк в ромбике умирает. РДД разбить его. Поднял Дэнчика. Сейчас вали будут опять. Стали под босса. 2% переводим плеча. Быстрее полечу, все сыграли осквернение 4 секунды. Отдавшись. Переводим плеча. Им на хп отдаешь. Смерть. Его КД 6 минут. Понятно. Сейвы. Значит так, фаза закончится. Босса забирает Луцинь. Войт, отдаешь БР по мне. Ты вводишь комнату, Войт. Это самое вопрос. Пока тут АБР есть? Нет, у него 6.40 КД. Почему танки не диспелят? Не надо мишек диспелить, это вообще плохо нам. Тебя вага поднимать, да? Да. Луцинь ли час встал, он тут сейчас. Кто-то еще есть с БР? Сферу в центре убейте. Аккуратнее, когда будете выбегать, не выпадите с платформы, пожалуйста, не замочечку. Да.
Фауга убитым лича. Хотя духа обновить. Скандера захил. Алло. Внимательно сейчас смотрим на выход из комнаты. Одна секунда. Все от нее. Баф обновляйте по тем, кого поднимали. На тебя перевешиваю звездочку. Ты. Осквернение. Намекаться. На другую сторону переводим лич. Ледяная скорбь жаждет крови. На левую идем. Выход 2 секунды. На Хирсе. Все сейчас за спину лича. Быстрее бегите. Можно тотема на хаст? Им на ману отдаю. Осквернение. На броне. На другую сторону. В лужу не зайдите. Сильно на краю не держи. А то упадут в обрыв после комнаты. За спину, за спину. Прохил танком. Налево. Пробежали по шустрым. Выход 2 секунды. Одна выход. На танке. У Энджи 30 секунд до Бэра. Если успеешь перед комнатой Бэр, ну Бэр не... Кого Бэр откатится? Верните Фисяу, пока тут. Сквернения разбежались. Фисяу и пока тут встанут только после того, как нас засосят в комнату. Нет, только у Энджи. Больше ни у кого. Что-то духов не зовет там, да? Ну, я все жду. О! На другую сторону. Я аж, блин, вспотел. Успели БР сдать? Как его? Был БР. Налево идем.
точнее, точнее, ребят. Проходим. Прохил, ребят. Четвертую группу прохил. Пока тут 4 секунды. ФР. Выход 2 секунды. Не зафейлите, пожалуйста. На Искандере. Все от него. Бегите из панды. Быстрее. За спину. За спину, за спину. Там Гера готова. А уже все добили. Не надо Геру. На Джайну оставим. Бля, надо будет как-нибудь сдохнуть, посмотреть, что там лично делает. Блять, как все плохо. Что он делает? Просто стоит, нахуй, ждет. На первой перифазе, когда мы вышли к плечу, почему люди подохли? Там, кстати, его пиздить можно. Когда хочу глянуть просто, что там вообще происходит. Чего стоишь, пиздишь плечо? Там одно время очень сильно заражение не захиливалось почему-то. Я крикнула им на ХП. Там прям сильно не захиливало. Да, видно было. Так, в принципе, я не мог. Значит, йод он, визг души. Два человека передо мной побежало. Да. Я просто охренел. Ну, умер, я не отвез. Да, блять. Ну, кому ты рассказываешь? Визг почти убил, наверное, а заражение добило. Не понимаешь, что ли, разницу? Он там два типа, человека сдохло от этого. Он типа палатником шотает вот эту хрень. Не, я не про этот случай. Те, которые подохли на перифаске, они подохли именно как раз таки... Вот он, визг души. От визга. Кто еще от визга? Не виноваты. Но это под лицо, не надо становиться пупом, получается. Да ладно. Ну, видимо, кто-то этого не знал. Типа Йотуна, да? Ну я так да совсем еще да. Парочка. Йот, он ты заебал. Враска, как я больше тебя нанес? Да враска в вагон хули, блядь. Я стаки теряю на третьей фазе. Да все теряют. Как бы Ретрику сложнее стаки набрать, чем Вару. Сравнили. Потому что типа РДД очень быстро убивают, и даже типа не розовый вагон. А Вагина вот инка передамажишь, будешь говорить. Вот час ДПС мерите, как встанете. Нормально так. Опять же, паладины быстро не бурстят. А что будет, если его не убивать сейчас после вставания? Не будет, он будет висеть, наверное. Сама убьется, наверное. На Джайну времени хватает. Должны убить. Надеюсь, с первого раза. Видишь? РДДшек немного. Вы же наивны, как Драгону, когда сказали Джайну убьете с первого пула, а ОГП снят. Не, ну если вот первый трай лича был нормальный. На прошлом КД же убили с первого пула. Тогда, блядь. Пати, ты сравнивал какой-то, да, было такое сейчас? РДДшек было больше. Чума, вон 3 секунды, смотрите, выносить сейчас надо. А до хрена времени убиваем Лича, ой, и Джайну тоже с первого пула. Дубина на меня это кинул. Божественные вмешательства. Так, что смотрим, продали, не продали? Не продали, нету. Что а Проня там от радости прыгает. Ну, зато на хантов выпали пухи. И на дроидов. Чем он осколок вот предлагает этот аддон? Он всем его предлагает? Да. Чат беда вообще. Проня фалик упал, да? Ну я надеюсь, что его Проня заберет, потому что если его кто-то с высшим приором попытается паролить, я его просто себе заберу тогда.
Рога пускай заберет еще один. Так, ЕП-шку за Лича начислил. Кто тут босс? Я тут босс. Видел бы Коват, что пишет вот этот вот, кто он там, про таунты. Мы-то уже знаем решение проблемы, блядь. Ну, наконец, дождался, да, охотник? Сейчас ЛК камни пойдет поставить с него. А это сразу казнь будет. Камень поставить, нормально. Не мешай ему уписываться от радости. 30к будет домашний. Что там, Джайна, работает чи не? Значит, вопрос такой, Буливан. Как часто ты будешь ходить в ДВ-рейд своим ДЦ? Кровавый взор, ты был не первый по приору. А если бы ты был выше Проня, я бы просто себе бы его собрал. Кровавый узор был ниже. Я посмотрел. Там, если бы Элрейн захотел забрать. Я бы не брал его, зачем мне? Я его буду брать в последнюю очередь. Если буду вообще. Как Элрейн сможет взять, если он на замене сидит? Ну и это тоже. Сколько там, Маркус? 1875? Разве Маркус? Сейчас скажу. Нет, заключивает, что иконка. На ДЦ... 75, да. На ДЦ отвратительный посох. Не знаю. А нам как будто танковская триня. Это клык нужен? Да. Клык? Да. Он всем нужен. ДЦшки вроде берут одноручку и книжку Джайна, нет? Ну да. Если он хочет забирать на мейнспек этот посох, пускай забирает. Ну, у ДЦ мейн статы, крит, ну, СПД, конечно, и потом крит, дух. Скорость им, ну, постольку, поскольку. Я, кстати, сегодня посмотрел, почему-то непобедимый не прибавляет 310% для маунтов. Он не прибавляет. Хотя ой, должен. Ой, мои рулы. Тут только Никсия, может, прибавляет, или надо написать на форуме. Зачем? У меня 300 чем-то там. Нет, он только на коне. На непобедимом только 310. Должно быть на всех маунтах. Маунты за ачивку слава рейдеру добавляют. Непобедимый также должен добавлять. Непобедимый слава рейдеру и Аниксия. Но Аниксия добавляет. Аниксия, да. Насколько я знаю. Аниксия, да. У меня есть, у меня прибавляет. Кто там, на Микадзе забирает, да? Да, 61. Луцин, Дима, ты что за ролл? Да. Я каждый раз тут роллю вот так вот. 3-5. Бьем или нет? Дима, ты невезучий. Блять, как вы меня заебали с лутом. Давай сюда посох. Всех бы обогнал. Пацаны в уши напукали, да, что посох не канает. Шел вернуть? Метка звезда, мне в трейд посох снимаю. Первый последний раз так делаю. Дальше просто пойдете нахуй. Так вместе, есть, там... вместе со своим посохом, блядь. Ну, в прошлый раз я так кольцо взяла, только. Нет, конкретно я просто отдам посох дальше, а ГП снимать не буду в следующий раз. У меня вообще такой вопрос, нахуя вы ролите, если не знаете, что вам бис, блядь. Вообще, вы ролите на бум? Я слышал или, такое, типа, спрашивали, что вы делаете вообще в этой гильдии, если вы, блядь, свой бисовый шмот. Кто-то слышал такое. Только, а можно вот такой вопрос спросить? Как может быть, вот вчера у нас, допустим, был почти одинаковый приор, Пронис ролил триньку, и у него все равно больше приор, чем у меня. Откуда у него появились ИП? Magic. У тебя вчера больше приор, чем у него был? Ну, примерно одинаковый. Там ГП, скорее всего, роляет. Ты же ГБ получил сегодня. На офспек, рольте. Можно на продать. Нет, там разница все равно. То есть у него там почти 3к ГП, у меня 1700 вместе с полученными ГП. Да тебе это до пизды, арбалет, чё ты ебёшься?
Три камня только из-за того, что он получил полную сумму ГП за арбалет. А, так что у него минус по минус, вычти цену арбалета, и у него будет ГП столько же, сколько. Ой, бля, вы что гоните? Если у него вычесть арбалет, у него получается 2к ГП, но при этом у него ЕП намного больше до его, и получается, что у него приор выше до его. Ну просто непонятно, вчера у нас был пример... Посмотри, я тебе сейчас объясню, вот ГП сейчас у него 3400, да? Отними 1400. Давайте убьем босса, потом будете эти все дела делать, пожалуйста. Сейчас отнимать ГП смысла нету, потому что уже дали еще 500. Приор был больше у Прони, чем у тебя. Ну просто как бы у нас рейда-то не было со вчера никакого. Ты я объяснил нормально. У Прони приор был выше, чем у тебя. Если бы ты был выше по приору, и ты бы ролил этот арбалет, я бы его забрал себе, потому что у меня приор еще выше, чем у тебя. Understand? Нет, я не про то, что он забрал арбалет. Да, сука, Джайну надо... Короче, Парадыч, распределяй людей. Да, давай. Ты мне в следующий раз арбалет за это отдашь. Посмотрим на твое поведение. Да метки расставлять, это ж помнишь, этот... За цветение была обязанность. Смотри, кровавый, у тебя сейчас приор 11.5. Без арбалета у него получается 13.5. Ты на калькуляторе посчитал? Не, я не за то, что говорю, он арбалет сролил. Вчера у нас одинаковый был примерно приор. Он ты сролил... Короче, потому что тогда ты еще ГП дали. Да нет, это давно было. А ну он забирает тринку, получается, вчера. У него же должно за тринку ГП быть. Должно. И сегодня у него все равно больше. Да, хотя вчера я не у нас могу было понять, ты после ты знаешь, кровавый, что приор, ты был? ЕП делишь на ГП, получается приор. Видимо, у него либо ЕП больше, чем у тебя, либо ГП меньше. Либо ГП меньше. Либо ты еще где-то получил ГПшку, и поэтому у тебя приор упал. Все логично. Кто спрашивает за ГП? Так сегодня же кровавый взор получил соточку. Так, давайте распределяться. Вон уже начали писать, кто где. Времени и так немного остается. У них 2к ЕП разница. Рыбу поставил. Всех распределил. Хилов, да. Остальные сами разбегутся. Полита, квадрат, смерти, Денчик, трусы, мгновенная луна, отец, крест. Кастанете, пристав. Мы умеем читать. Чё ты кричишь? А, кстати, вот... А можно экспресс-тактику для лока? Ты прикрытываешь. На первой фазе сливаешь большого ада лишнего, который будет висеть. Когда другой танк, собирающий сферки большим адом, подведет его к порталу, свечишься в него, сливаешь его. На второй фазе есть два дебафа. Ты их, соответственно, выносишь влево-вправо от рейда. Главное еще и не сдохнуть от лучей. На третьей фазе просто следишь за РДДшниками, что они делают, пытаешься это повторить. Меточка в виде печеньки ромбика – это сейф-зона от натиска. Обязательно Джайну всем запомнить в таргет и следить за ее костами. Короче, в два танка будем пробовать, нет? Да, ну, хуй знает. Лучше, что бьет он водил этих, ему проще. Йотун, справишься? Бля, ну давайте я попробую, я так в принципе понимаю, но только, бля, без ГП, ладно? Главное заранее сказать. Не, ну я понимаю, его подводишь вначале к толпе, блядь, а потом отводишь и собираешь эти хуйню 20 штук, а потом, блядь... Смотри, твоя задача — забрать большого моба.
Собрать на нем 25 стаков. 25, да. И отвезти к этой хуйне закрыть. Отвезти в упор к порталу. Его добьют РДД, портал взорвется и закроется. Не останет фазах, я душа не буду что-то так делать. Только как следует подводи. И тебе скажем. Кто спрашивал про тактику, если он не видел, он вообще в шоке будет, мне кажется. Нерчи на баф на пул. Это мага, после РТ не уходи сразу, разговор там будет. Окей. Не даешь кровавый взор, Кирс. Сейчас, одну секундочку, прям вот одну секундочку сейчас. Тут же саппорт обязательно, да? У кого саппорт меньше 25 минут, лучше перепить. Вроде у шестерых нету. Кто будет без саппорта и сдохнет без него, я вас выкину с рейда просто. Просто тесто, ты в какой метке? Я сразу на замену. Вага, запускай. Правый взор готов, нет? Да. Ага. Зря собираюсь. Интересно, очень интересно. Облом. Нету облом? В РС? Завтра вас ждет РСХМ. Пойдем трэш почистим 20 минут. Так, ебать, у нас это все. У меня, короче, вопрос. Вчера ЗС Катрине кто забирал? Какую? Которая хоста там дает с этого, с лица. Сейчас посмотрю. Журнале нет его. А, кстати, у меня вопрос. Почему танки из мейнстатика приходят ДВ рейд? Сначала это разберемся, потом ты свой вопрос задашь. Хорошо, давай. ДВшный рейд спрашиваешь? Портал. Кирс. Кирс Горн. Блин, пошли и Коня. Проня забирал Тринику в нашем рейде. Пойдем, я сейчас зайду за ДЦ. Говорят, что Проня, да, забирал, но уже...